Городская клиническая инфекционная больница рассчитана на 420 коек. Мы принимаем жителей города и области, принимаем круглосуточно, мы постоянно ургентные. В настоящее время идет вспышка респираторно-вирусной инфекции гриппа. Регистрируется в основном случай гриппа H1N1, то есть свиной грипп, который был раньше. Мы полностью готовы к приему больных с возможной коронавирусной инфекцией. У нас есть защитная одежда, мы обеспечены медикаментами для оказания неотложной помощи всем больным. Есть противовирусные препараты. Обеспечены полностью медикаментами для лечения больных острыми респираторными инфекциями и гриппом. У нас есть тест-системы, быстрые тесты для диагностики гриппа А и Б. И также работает вирусологическая лаборатория, которая принимает от нас материал для исследования. Но на будущее, если вдруг у нас будет подозрение для приема больных коронавирусной инфекцией, мы принимаем боксированное отделение, полностью изолируем этих больных, обеспечены защитной одеждой, ну и медикаментами для оказания неотложной помощи. Помощь, будет от медицинской. Ну, они работают, да. Цены есть.